приехали к лагерю посмотреть, какая разруха. Страшно смотреть все. Все, ничего нет. И все, власти приезжают, полиция, прокуратура. Ходят, смотрят. И решение убрать, смести бульдозером все. Никого здесь нету. Это все передано в деревне. То есть терпеть даже не могут. А что на страшном суде будут отвечать? Тут столько труда положено. Тысячи детей без помощи государства. Нигде ни слова нету. 120 миллионов абортов только сделали за перестройку. Исчезающая страна. И этим людям дали власть руководить. Господь допустил. Наш шалаш как-то не сожгли еще. И везде только сжечь, убрать. А сами ничего не могут делать. Ничего. Нет, у одного ребенка-то ума не дадут. А то нет, каждая. Вот деревенское стадо. Гурт погнали овечек. Овечек отара, а корова это гурт. Кто-то погнал их сейчас после обеда. А мы везде проехали. Там вот крест впереди. Это тут мы молились, когда комарам. Это вот где мы были, обедали. А вон на небе трасса какая-то. Это мы на Южный пруд пришли, пруд попроведать. Вон как березка низко склонилась. Вот здесь дети купаются. Какая глубина как раз, не опасно. Вот она где. Много труда положили, тут кустов столько было, деревьев. Все убрали, видите, как там осинник идет, он как он красиво, а там он за пруда. Володя тут с Никитой трудились. Ну и вот. А здесь березняк. И какой, какая красота вода и как отражается в воде. Один березняк. Глубину идет березняк. Вот березняк, березняк. Потом раз осинка пошла. Как будто кто насадил. А тут более крупная. Но если бы сюда мы драглайн нашли, то вот эти вот березы-то поворачиваются к крану, мы бы убрали. Тут две березы. А у меня там еще это. Ну вот три, четыре, они на боку уже лежат. И вот здесь за водой те, что. Видимо, под ней протекало, и кто-то выдрал, и затрамбовали. Самое правильное сделали. Штук 30, один из почем там был? Вот так. Андрюша меня возит везде. Один-то бы я не успел даже ходить. Почем было вообще 15? 900. Я босиком сегодня с первого дня, ноги-то надсажаю. Там между березками, там он дальше видать что-то. Это железная дорога. Если напрямую от нашего дома, по перпендикуляру, 2 километра. Это московские поезда идут здесь через день. А на следующий день идут через Карасук. А 46 у вас есть? Вот завтра встречать нужно Марину Христенко с дочерью Полины. Прячу от этих, которые за мной нападают, даже стараясь фамилии не написать, ничем не занимаются. Вот как узнают, кто со мной, чтобы только со мной не были. Ну, синдром падших демонов, я называю так. Сами погибли, сами потеряли православие. И везде, где-то что-то, один пишет, а другой гадость берет. Это не я, я брал готовое. Ну, Бог разве не знает, что ты соединен с этим. Матерки не ты придумал, материшься. Но отвечать-то твой язык будет за всякое слово. Не то, что ты изобретатель такой умный. Вот как и показать это. Южный пруд. Это все было желание сделать, и Господь позволил сделать. Сегодня у нас 2 июня.
2018 года суббота, завтра у нас воскресенье, 200 лет Потеряевки и 27 лет как начали восстанавливать. Неизвестно, что и как будет. Да, 95, сколько у вас?